В Нидерландах 59-летняя шимпанзе-мама доживала последние дни в зоопарке. Она перестала есть и пить, принявши приближение смерти. Силы покидали ее, и она, свернувшись в клубочек, увидала. Когда к ней подошел Ян Ван Хофф, профессор, который заботился о ней на протяжении многих лет, и немедленно приехавший к другу, узнав о неприятной новости, сначала мама не узнала Яна. Но когда она его узнала, ее реакция была невероятно трогательной. Reaction is precious. Мама обнимала и гладила своего старого друга. Они разговаривали друг с другом, смеялись, и, наконец, шимпанзе-мама устала. Снова прилегла и на этот раз уснула вечным сном, успев попрощаться с другом, человеком.